Приветствую, друзья, на своем канале. Сегодня у нас небольшая распечатка. Новинка сезона от компании Crazy Carp. Это расходники. Давайте все это дело мы с вами вскроем. У нас здесь расходники. Рассмотрим их поподробнее. И попапчик Devil Squid. Это мы оставим на потом. Так, что у нас здесь в наличии имеется? Посмотрим. Всякие расходнички. На первый взгляд. Ну, упаковочка очень достойная. За небольшую цену. Интересный продукт. Итак, что у нас есть? Колечки для крючка. Я использую эти колечки для монтажа Blowback Rig. Это мой любимый монтаж. Я в 90% случаев использую поводок с кольцом. Теперь дальше по поводку пробежимся. Что у нас еще здесь? Ага. Для поводка вместо кольца кто использует силиконовую трубочку. Давайте ее пощупаем. Иногда бывает, берешь силиконовую трубочку, а она на крючок ее начинаешь натягивать, она просто-напросто лопается. Ну, это такая мягенькая. Ну, достойный вариант, на мой взгляд. Следующая позиция у нас такой быстросъем. С большим кольцом. Сейчас мы это дело достанем. Покажу я вам. Ну, вот такого рода быстросъем хорошо использовать на оснастке вертолет. И также у нас, я вот вижу, для оснастки вертолет хорошо подойдет вот буферная резинка, вот такая вот имеется в наличии. Тоже ее пощупаем, какая она мягенькая или дубовая, потому что у некоторых производителей она просто как деревянная. Но это неплохой такой силикончик, или из какого материала она мягенькая. Ну, на ощупь мне очень нравится. Так, поехали дальше. Теперь у нас конус-противозакручиватель такой для поводка. Вот такая вот коробочка. И вот такой вот интересный конус. Для сравнения, еще у меня тут, я вижу, конусы есть черного цвета. Я вам вместе сейчас их положу и посмотрим. Еще вот такой вот конус. Вот кто любит такие, кто такие. Вот этот мне очень понравился, потому что такая маскировочная окраска. Интересный такой, мягенький, хороший. Я думаю, с удовольствием это дело я буду использовать. Так, противозакручиватели мы отлаживаем в сторонку. Следующая позиция. Вот такой вот набор идет. Это безопасная система, которая позволяет легко освободиться карпу от литкора в случае обрыва лески. В этот набор входит быстросъемный ветлюх, резиновый отбойник, застежка Quick Link и пластиковое кольцо. Легко монтируется и отлично подходит для скользящего монтажа. Этот тип монтажа я ранее не использовал, но в этом сезоне я хочу его опробовать на своих рыбалках. Ну и, конечно же, интересное такое дело, которое часто все используют, можно сказать, постоянно. Это стопора, такие удлинители. Распечатаем, тоже посмотрим. Я очень часто и очень много использую такие стопорки. Если у нас волос короткий, то мы... Ой, туговато так. То этими стопорками мы можем отрегулировать, какой нам нужен. Длинный стопорок есть, средний и короткий.
Так что этим делом мы можем регулировать длину волоса. И такие простые стопорки, небольшие, маленькие, аккуратненькие, для поп-апа. Вот такие вообще маленькие, манюсенькие, хорошие. Вот что касается расходников, вот на первый ощупь, на первый взгляд, все очень достойно, достойно вашего и моего внимания. Ну что, друзья, перейдем теперь к поп-апу. Поп-ап Devil Squid. В прошлом году он был представлен в фиолетовом цвете. И я его использовал на рыбалках. Devil Squid — это одна из фаворитов, скажем так, программ на Crazy Carp. По словам производителя, после многих тестов они пришли к выводу, что этот поп-ап с таким запахом и вкусом работает лучше всего в розовом цвете. И в этом сезоне они уже будут выпускать его вот в таком красивом розовом цвете. Запах непередаваемый. Это у нас поп-ап 8-миллиметровый, выпускается еще 10 и, по-моему, 12-миллиметровый. Еще в этом сезоне в линейку Devil Squid производитель обещает добавить пылящие бойлы в размере 12 и 15 миллиметров. Этот бойл небольшой, рассчитан на быструю поклевку для весенне-осеннего периода, когда мы используем небольшую насадочку, и тем более пылящий бойл, я думаю, очень хорошо подойдет для спорта, для соревнований, для, повторюсь, быстрой поклевки. Давайте, друзья, вот этот 8-миллиметровый поп-ап мы с вами протестируем в аквариуме. Какая у него грузоподъемность, какой крючок он у нас сделает, скажем так, правильную презентацию. Правильная презентация — это, на мой взгляд, какая должна быть, когда крючок стоит на жале. Не поднимает его, не лежит крючок, а поп-ап взвешенный. Именно я люблю презентацию с одиночным поп-апом, когда у нас крючок стоит на жале. Итак, давайте я сейчас приготовлю два поводка разных, аквариум, и мы это дело попробуем. Итак, у нас появился аквариум, поводочки. Вот один поводок, который у меня дольше монтируется, я его смонтировал за кадром, я имею в виду поп-ап нацепил, а этот поп-ап, чтобы я это все сделал за кадром, чтобы не занимать ваше время, этот монтируется быстро, сделаем мы уже вместе с вами. Ну что, ребята, вот у меня в руках два разных поводка. Один мой любимый поводок для поп-апа с шурупом, который, и один просто волос и с силиконовой трубочкой. Крючок я использую для этого дела 6 номер White Gape. Будем тестировать. Опускаем в воду. Так, первым пошел поводок с шурупом. Вторым пошел поводок с силиконочкой. Вот, друзья, мы видим, что грузоподъемности этого поп-апа 8-миллиметрового для моего любимого монтажа с шурупом маловато. А простой с силиконовой трубочкой с волосом стоит, как я говорю, как доктор прописал. Ну что, ребята, с расходниками от компании Crazy Carp я вас познакомил. Повторюсь, ссылки оставлю в описании. Переходите, смотрите, выбирайте для себя нужные расходники. Цена-качество соответствует. Поп-ап от компании Crazy Carp новой расцветки я вам представил. Протестировали мы с вами это все дело в аквариуме. Почему я выбрал 8-миллиметровый поп-ап?
Все, кто смотрит мои видео, знают, что в осенний-осенний период я люблю ловить на маленькую насадку. И в частности на одиночный поп-ап. Поэтому будем пробовать, будем пытаться поймать на это дело рыбу. Чего я и вам желаю. Ловите крупную рыбу. Заветных вам трофеев. Всего доброго, пока!